Куда ставить в предложении слова still, yet, already? Still – все еще или до сих пор. Yet – в вопросах, как уже, и в отрицаниях еще. Have you done it yet? Ты сделал это уже? Not yet. Нет еще. I'm still doing it. Я все еще делаю это. Have you done it yet? Not yet. I'm still doing it. An hour ago. Час назад шел дождь. И дождь все еще идет сейчас. It is still raining now. Слово still ставится перед смысловым глаголом. Оно как бы описывает его. Еще живу там где-то, еще работаю в каком-то месте, еще имею там что-то, например, машину и так далее. Did you sell your car? No, I've still got it. Ты продал свою машину? Нет, она все еще у меня. Вот здесь выражение have got, иметь, обладать. Still мы поставили перед смысловым got. Do you still live in Barcelona? Ты все еще живешь в Барселоне? Но если у вас предложение с глаголом be, то still надо ставить после глагола be. I had a lot to eat, but I'm still hungry. Я много съел, но я все еще голоден. Where's Laura? She's still in bed. Где Лора? Она все еще спит. Она все еще в постели. Yet. В вопросах уже. В отрицаниях еще. She isn't here yet. Она еще не здесь. I don't know yet. Я еще не знаю. Are you ready to go yet? Ты уже готов идти? Not yet. Нет еще. И забавный эпизод из мультфильма «Шрек», там, где они едут в далекую сказочную страну, ослику скучно, и он все время спрашивает: Are we there yet? Мы уже там? Are we there yet? No! Are we there yet? Yes. Really? No! Are we there yet? No! Are we there yet? No, we are not! Are we there yet? No! Have you finished with the newspaper yet? Вы уже закончили с газетой? Давайте сравним yet и still. I haven't finished eating yet. I'm still eating. Я еще не закончила есть. Я все еще ем. Already. Уже. Уже применяют тогда, когда надо сказать, что уже что-то произошло. Уже что-то случилось. Раньше, чем ожидали. Или чем предполагали. Ставится already перед глаголом. Описывает его. I'm going to tell you what happened. I already know. Я собираюсь рассказать тебе, что случилось. Я уже знаю. Здесь глагол know – знать, и already мы поставили перед ним. Но опять, если у вас предложение с глаголом be, already ставится после него. He's already here. Он уже здесь. Теперь проверьте себя, ответьте на 6 контрольных вопросов. Тест можно считать пройденным, если вы допустите не более 2 ошибок. Выберите правильный вариант ответа. Where's Emma? She isn't here yet. Где Эмма? Она еще не здесь.
What are you doing this evening? I don't know yet. Что ты делаешь этим вечером? Я еще не знаю. Have you finished with the newspaper yet? No, I'm still reading it. Ты уже закончила с газетой? Нет, я все еще читаю ее. She hasn't gone yet. She's still here. Она еще не ушла. Она все еще здесь. What time is Joe coming? He's already here. Во сколько Джо придет? Он уже здесь. Sarah isn't coming to the cinema with us. She has already seen the film. Сара не пойдет в кино с нами. Она уже смотрела этот фильм. Урок подготовил и провел для вас Альберт Кахновский. Татьяна сейчас находится в Голландии, помогает мне. Спасибо за ваш просмотр и оценку. И подписывайтесь на новые видео. Are we there yet? No. Are we there yet? Not yet. Hey, are we there yet? No. Well, are we there yet? No. Are we there yet? Yes. Really? No. Are we there yet? No. Are we there yet? No, we are not. Are we there yet? No. Are we there yet? Are we there yet?